Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Анна Антре на канале Медитация Эзотерика Психология. Хочу поделиться событиями, которые произошли за последнее время. Во-первых, произошел мой эфир с Владиславом Платоном на канале Альянс Добра и Действия. Альянс Сил Добра и Действия – это канал развивающий, это такой широкий канал, уже известный, где находится очень много думающих людей, людей, читающих, изучающих разные тенденции, теории. И мне удалось поделиться своими стихами, своими авторскими наработками. И когда мы беседовали с Владиславом, пришла такая информация, что нужно, просто необходимо передавать те знания, которые мне даны. И возникло мое желание, конечно же, провести открытый свободный марафон пробуждения, который я уже когда-то не один раз проводила, для всех желающих, которые хотят пройти все с самого начала. То есть для тех, кто еще у нас только-только на начальном этапе становления сознания, для тех, кто еще не определился вообще в своей жизни, для тех, кто должен сейчас пересмотреть свои программы и в своей голове установки. Все это было как-то вот интуитивно дано, как определенный пакет информации, что пришло время передать эти знания для тех, кто слышит, для тех, кто разумеет, для тех, кто готов. И вот когда я создавала всю эту программу, упаковывала ее вот в эту книгу «Нити Вселенной. 12 ключей к счастью и процветанию», она доступна на моем сайте в открытом доступе, ее можно заказать у меня по почте. И вот тогда мне пришло вот это вот послание. 12 ключей к счастью и процветанию всех людей, живущих в эпоху перемен, способных чувствовать. Это книга для человека нового времени, путеводитель в новое сознание, в жизнь на более высокой вибрационной частоте. И что хочу вам сказать. Сейчас идет очень большое количество вот этой вот информации, магнитных вот всяких бурь и разного рода энергетических потоков спускается на нашу вот матушку Землю. Находясь на природе, конечно же, нам с вами, друзья, намного легче преодолевать вот эти вот связанные с изменениями на нашей планете энергии, преодолевать разного рода воздействия на нас, магнитные воздействия, психотронные, ну и так далее. Находясь на природе, конечно, очень хорошо, но мы потом вынуждены многие возвращаться в города, мы вынуждены снова жить среди обычных людей, среди обычных проблем, обычных ситуаций, среди вот всяких разных, вот, ну, скажем, будоражащих нас событий. И, конечно же, нам с вами очень важно, чтобы мы с вами были в потоке и в единстве с источником. Как сохранить вот эту вибрационную частоту и равновесие? Равновесие, конечно, приходит посредством устранения деструктивных программ, разрушающих нас мысли, проще сказать, из нашего поля осознания. Вчера я услышала такую интересную фразу на мой счет, на счет моего проекта, что одна очень такая значимая для меня женщина, с которой мы много лет дружим, она мне сказала, что скорее всего, вот в том проекте, которым я занимаюсь, денег не заработаешь. То есть это вообще вся моя деятельность, она миссионерская. То есть она похожа на то, что я делаю все это бесплатно. И, скорее всего, я никогда не выйду на тот уровень, чтобы она приносила мне доход, и я могла жить на ресурсы, которые приходят мне от моих проектов. Ну, такое очень интересное мнение я о себе услышала. При этом я четко знаю, что все ресурсы абсолютно всегда были даны, когда создавалась одна книга, вторая книга, приходили инвесторы, спонсоры, приходили люди, которые готовы были оплачивать мои знания и ту информацию, которая через меня передавалась. И я вот с этой программой, вы знаете, приехала домой, очень переживала, ну, потому что как иногда вот бывает чье-то мнение, я не сильно восприимчива, вообще никого никогда не слушаю, но иногда бывает чье-то мнение достаточно значимо для нас. И вот, вернувшись домой,
я вдруг подумала о том, что как реагировать на эту ситуацию, ну, на это высказывание. Есть мнение, понимаете? Вот мнение есть, когда люди говорят нам что-то, ориентированное на свой опыт. То есть, исходя из своего жизненного опыта, а человек этот занимается бизнесом, она предприниматель крупный, она лидер в городе в своем направлении, у нее косметическая компания. И я, находясь вот в своем опыте жизни, этот человек создал свой путь посредством другой технологии. То есть она через предпринимательскую деятельность приобрела определенные, ну, скажем так, блага. В моем случае это творческая деятельность, художественно-образная. Там, где приходится очень много считать, где у нас предпринимательская всякая деятельность или связанная с товарно-денежными отношениями, очень часто наши образы, они притупляются, и мы не видим всю картину целиком. И вот, решая вечером с ребенком уроки, задачку мы там решали, x плюс 10 равно там 25, простые эти уравнения во втором классе, я подумала о том, что даже уравнения я решаю в виде образов. Вот лежит корзинка с яблоками, и если к ней прибавить 10, то получится 25. Сколько было в корзинке с яблоками? Я все вижу только образами. Я не вижу мир цифрами, я не вижу мир теми структурами, числами, хотя числа – это число, то есть это слово, от слова число произошло, число, Бог, то есть есть целая структура, которая управляет еще и числами. Но цифры для меня мертвы, они не несут никакого смыслового значения. Число несет смысловое значение, а цифра, она, скажем так, обезличена, так же, как есть буква и звук. То есть есть звук, а есть написание. И звук, он несет определенную вибрационную волну, а число точно так же несет и волну, и образ, понимаете? И вот это вот интересное такое наблюдение. Я все это размышляла на эту тему и думала, почему предпринимательское мышление не допускает реализацию в творческом аспекте. Почему проекты, которые ориентированы на духовное, на развитие, на созидание, никогда не принесут нам денег, не принесут нам, ну, условно, даже не денег, я бы сказала, а, скажем, результат. То есть для меня это результат, что люди готовы что-то купить, какой-то проект, какое-то обучение, обучиться, и это мой результат. То есть они готовы за это платить, потому что это меняет их жизнь, их матрицу сознания. Ну и вот я пришла, сначала как-то прокручивала эту мысль, а потом я сделала такой вывод. То есть, когда к тебе попадает определенный информационный, я бы сказала, вирус, но для кого-то эта программа, она рабочая, для меня это чужая программа. Попадает к вам чужая программа, чужая информация, вы ее выслушали, сядьте и задайте вопрос, это правда? А что чувствую я в отношении такого высказывания, ну, любого по отношению к вам? Очень часто человек говорит нам что-то, неестественно, не с целью нас обидеть, оскорбить или как-то принизить. Он говорит нам это для того, чтобы мы с вами смогли выйти из какого-то шаблона или ограничения и посмотреть с другого ракурса, с его ракурса. И ведь он тоже имеет свое место быть в этом мире, в этой вселенной. Ракурс другого человека – это фильтр восприятия другого человека. Мы выходим из точки собственной сборки, да, и смотрим на себя программой другого человека. И эта программа, она всегда будет, как правило, проигрышной по отношению к нам. Почему? Потому что мы имеем другой опыт, другие парадигмы и другое сознание. И наш жизненный опыт души, я имею в виду, даже не вот одной этой маленькой жизни, в которой я еще молодая достаточно женщина, а тот опыт души, который был получен в прошлых воплощениях, те книги, те знания, те образы, которые накапливались тысячелетиями, понимаете, они сейчас готовы оформиться в форму. Они готовы выйти в мир в виде нового какого-то постижения, и для тех людей, которые смогут это принять, это будет подарок. И, дорогие друзья, для меня это стало вот какое-то, знаете, вот, ну, новое решение, что ли. То есть ты не реагируешь, обижаясь, ты не реагируешь тем, что
ты расстраиваешься, а ты просто отследил эту программу, прочитал, изучил, интегрировал, почувствовал, имеет ли она к тебе отношение или не имеет, и сделал вывод, что ты создашь новую, другую реальность, что те проекты, которые созданы мной, они созданы во имя и во благо светлого, и они непременно принесут свои плоды и в материальном эквиваленте тоже, потому что это закон Вселенной, это ведро ресурсов. То есть мы с вами приходим в этот мир, два ведра в нас содержатся с равновесную силой. Одно брать то ведро называется, а другое давать именуется. Одно мы людям отдаем в дар, другое мы получаем. И мы равноценно получаем. Что отдаем, то и получаем. Поэтому, если ты отдаешь возможность людям изменить сознание и самим стать более счастливыми, более обеспеченными, более качественно жить, так, в принципе, это приходит и в твою жизнь тоже. И сейчас очень важна вот эта ситуация. После того, как я провела эфир, мне приснился такой очень необычный сон. Мне приснилась пещера, в которой я увидела несколько камней. И камни одни были как бы мне недоступны. И появился мужчина, жрец, и сказал мне, что нет, пока это посвящение недоступно. Но было рядом стояли такие как кувшины или еще одни какие-то конструкции каменные. И я в них положила монетку, прикоснулась, и мне дали какое-то посвящение. Посвящение что-то передать людям, какую-то информацию. Ну вот после этого сна, после этого посвящения я проснулась в таком замечательном расположении духа и почувствовала, что, скорее всего, это все происходит, просто медленно происходит. Так же, как не мешайте потоку течь, не мешайте бутону расцвести. У каждого из нас есть с вами время цветения, время рождения, время плодоношения. И это время нельзя ускорить, нельзя сделать так, чтобы вытащить розу из бутона раньше, чем ей положено раскрыться. И вмешательство сейчас, ускорение человека во все сферы жизни, быстрее продавливаем, прокачиваем, продаем, пробиваем, ломимся. То есть вот эта энергия мужская, яньская, энергия воинственная, она должна быть сбалансирована женским, иньским осознанием, что всему свое время. Приходит время рождения, приходит время процветания, приходит время увядания и время умирания. Как в природе, все циклы очень гармоничны. И сейчас я считаю, что пришло самое время передать людям это знание в формате пробуждения и в формате моей игры. Есть вариант обучения платного, это моя космическая игра «Самодизайн», где мы проходим и сакральные знания, и все остальное по очень доступной стоимости. 3000 в месяц – это просто смешные деньги. Для того, какие курсы сейчас и какие стоимости, я это прекрасно знаю. И бесплатное, открытое в дар, да, людям за то, что они потратят свое время, свою энергию, свое внимание – это проект пробуждения. В пробуждении вы можете пройти этот проект абсолютно свободно, легко, прописать новые программы, изменить парадигмы сознания, сделать домашнее задание, которое будет вам также подарено. И это все очень сильно поднимет вас на ступенечку эволюционного развития. И чем больше мы с вами, чем больше нас будет тех, которые поднялись, расширили границы осознания, подняли свою осознанность выше на парадигму, тем больше, дорогие друзья, тем быстрее мы с вами перейдем в то самое замечательное время, когда закончатся военные действия, когда придет мир, когда будет мир в наших душах. А мир будет в наших душах, и будет мир вокруг, потому что мы всего лишь видим наше отражение. И нам многим не нравится наше отражение, мы думаем, что это все вот политики нам делают это все. Но на самом деле есть замечательное высказывание одного из и философов древности о том, что мир прекрасен, мир совершенен, несовершенно наше восприятие. И мы видим все через парадигму нашего фильтра восприятия. И эта парадигма, она парадигма недостаточности, нулевой суммы
критики, нелюбви к себе и ограничений. То есть, когда человек живет в ограничениях, он ограничивает всех вокруг себя. Поэтому, дорогие друзья, та версия, которую я услышала в отношении себя, она ограничивающая, но не меня. Она ограничивающая того человека, который ее высказывает. И так можно проследить любую программу, которую нам пытаются встроить. Так можно увидеть наше с вами ментальное заболевание. Когда мы чего-то боимся, одно из самых страшных этих вещей – это страх, страшный страх. Да? Там, где страх, там дар на самом деле. Там таятся наши самые скрытые возможности, наши скрытые способности. Зайдите в свой страх, посмотрите ему в глаза, и вы поймете, что это всего лишь рептилоидный мозг пытается нас защитить. Он пытается сказать: нет, ты сюда не ходи, потому что это может быть чревато жизнью и смертью, ты можешь погибнуть. И есть у нас самый страшный страх – это критика. Еще есть такой фактор, второй – критика. Критика, нелюбовь к себе, низкий уровень любви к себе, низкий уровень, я бы сказала, своего достоинства. Не любви к себе, а достоинства. Люди потеряли свое достоинство, это факт. Люди превратились во многом в рабов, в ментальных рабов, в рабов своих желаний, в рабов других людей, выполняя чужие цели. То есть люди сейчас, очень многие ограничены. И поэтому люди страдают, потому что на самом деле у них другая задача на земле. Не быть рабами, не быть реализатором чужих целей, а быть собственными творцами своих собственных каких-то маленьких, пускай, реальностей. И вот, дорогие друзья, из событий последних дней это то, что мы сейчас будем понижаться по вибрационной частоте. Во-первых, это осень, это зима, это увядание природы, и в то же время это возможность заниматься развитием своего собственного сознания, это возможность обучаться. И обучаться мы с вами можем, вот я вас приглашаю в два направления. Первое – это пробуждение, бесплатный проект для тех, кто еще ничего не проходил со мной и хочет только окунуться в эту атмосферу. И для тех, кто прошел уже и хочет попасть в игру «Самодизайн». Игра «Самодизайн», конечно же, для более осознанных людей, для тех, кто уже готов оплачивать обучение и развиваться, ну, делая большой объем определенный такой домашних заданий, которые я проверяю, даю обратную связь. Проходить вебинары, проходить совместное общение в чате, то есть для определенной закрытой группы. Поэтому в игру «Самодизайн» может попасть только определенное количество людей, которые пишут ответы на домашние задания, которые анализируют, которые могут уже создавать статьи, то есть такой же уровень авторского сознания. Очень бы хотелось, чтобы пришли еще те желающие до конца октября, сентября, потому что в октябре мы уже начинаем. И здесь под этим видео будет две ссылки. Одна на игру, телеграм-канал, одна чат пробуждения. И добавиться в пробуждение можно абсолютно всем желающим.